Она прыгает на пипиське, как блоха. У нее маленькие сиськи. Проклятый! Да, сука, блоха! О, да! Че как? Че как? Че как сейчас? Все мои бандюки мотают по фене. Эй, пиздюки! И это меня сильно беспокоит, Карл. Че ты хочешь сказать, чувак? Канал Астральный Мир ТВ делает крутые озвучки в формате игровые сериалы и трейлеры. И есть как просто русские озвучки, так и креативные авторские с юмором, и даже с рэп-элементами. Например, такие как Resident Evil 7 с переделкой сценария, и Кто Сан Андреас с потраченным переводом. Рекомендую подписаться всем поклонникам КТАСа. Хочешь позитивного настроения? Тогда подпишись, ссылка в описании под видео. С меня хватит. Только шевельнись и ты схлопочешь. Видишь этот нож? Страшно? А? А, у меня в руках нож. Я такой непредсказуемый. Могу и порезаться. Зачем я здесь? Что вам от меня надо? Молодца, Сидж, классно пугаешь деда. А я ведь говорил, что напугай деда мне нет равных. Напугай деда херня. Легче только напугать наркомана. Вы чё, все стоите? А я летаю. Что нам известно? А, я понял. Нефиг трепаться. Нужно действовать. Говорят, он припизнутый. Туда лучше не ходить. Это всего лишь дисковый телефон Сиджи. Он тебе не навредит. Хватит параноить, Сиджи. В конечном счете это у тебя суеверный бластер. Мылся. Мылся сегодня. А сегодня нельзя мыться. Ухахаха, сгоришь в аду теперь. Напугай деда. Говорят, ты лучший. А зачем вы пытаетесь произвести впечатление, если я вижу вас в зеркале? Можете убирать декорации. Мы перепробовали все. Сияние. Пила. Пила 2. Очень страшное кино. И даже скримеры. Ох ты ж, блядь. Дьявол. Безуспешно. И волк усил парализующий, если вы не при деньгах. Надо было взять хотя бы двадцатку. В это время года они не такие скупердяи. Здравствуйте, сэр. Ты вообще слушал нас? У него паралич. Ты должен вызвать сильную эмоцию, чтобы активировать ему мозг. Когда мне было 10? Моему брату? Было уже 11. Не себе, а ему, дурень. Напугай деда, дед. Смекаешь? Как же ты меня везешь, ей ведется опять обожрать, не буду им мешать профессионал. Напомни, что я должен сделать. Не то, не интересно. О, можем поиграть на флейте. Твоя очередь. Если начнешь дуть, появятся звуки. О, а давай я тебе свой дневник почитаю. Вчера был очень интересный день, 7-2, зачесалась пятка. Начал вести с ней мирные переговоры, 7-15, залезал с ней в драку, чтоб не чесалась. Через левое плечо плевал? А я считал, ты не три раза плюнул. Дед, ты чё охуел? Мы сверхразум, мы жизнь зарождаем на планетах, какие приметы? С кошкой чёрной страшной очень. Её придумали люди. Чужая барана и заразительно. Можно я пойду, вали уже? Я забыл стереть ему память. Да срать вообще. Я ложный опята. Заебум Лукася, братка. Подпишись на канал, кореш. Поставь колокольчик. Кинфукия.